Вал Трояна сложно назвать памятником, так как это не единый комплекс, а большая по масштабу территория, состоящая из двух частей. Одна часть построена вниз по течению прута, а вторая расположена выше по диагонали от прута до Днестра. Этот вал выглядит как бугорок, рядом с которым находится углубление. Данное возвышение является доказательством давних времен. Кроме того, необходимо упоминание о нем, нужно включить его в общую культурную сферу общества, а также в школьную программу, в туристические гиды для того, чтобы люди получили необходимую информацию об этом, узнавали эти места.